Всем доброго времени суток. Всем привет. И продолжаем проходить ботаникулу. Да, я болею все еще. И Саша рядышком. Тоже немножко болеет. Ну да, я сейчас ему эстафету передам, наверное. Ну да. Не хотелось бы. Ну это нормально. У нас всегда так. Ну или почти всегда. Еще два фонарика были. Угу. Мы вот не были, я так понимаю, слева и справа, да? А слева вниз это куда? Слева вниз, по идее, тоже там мы были, то есть, судя по иконкам, давай которые я вижу. Вот тут мы были и тут, да? Нет, подожди. Мы вот тут не были. Были. Ой, были, да. А вот тут это от этой козявки, да? Да. Да. Тоже, опять же, вопрос, где эту искать штуку. Так, значит, мы идем сейчас вот сюда. Вот это солнышко где-то я видела. Ой. Не понял. Гравитация притянула вас. Оп. Упс. Бабах. Сейчас расколется, что ли? Ты мышкой тянешь, наверное, или как? Ты просто смотришь, что зависает. А я думала, она просто медленно так выходит. Ну да, сейчас расколем. Бабах. Ты что, как-то не раскололи? Да, не раскололи. А что тебе? Может, я зря это сделала? Не уверен. Ой. Прямо планетарная система. Ну, что-то типа этого и есть. Ой. Ха. День-ночь. Угу. Затужно. Все? Ну да, все. О, луна. Сколько вас тут? Во, классно. Все? Да? Видимо, все. Ой. Ух ты. Ладно. Не будем уточнять. Да. Ой. Отвернитесь. Плохо тебе, наверное. Бедняга. Целое приключение на каждой планете. Угу. Все тут. Ой. Здесь все просто. Просто, да. Карты дали. Хорошо. Прикольно, мне нравится. Угу. Мне тоже понравилось. Вот оно. Ага. Она так плохо тянется. А, не застревай, пожалуйста. А-а-а. Да, ёлки. Цепляется за края. Хе-хе-хе.
Не ожидал я такого. Да. Да, это правильно. Да ёлки, не цепляйся, пожалуйста. Мак. Глаз хочешь? Всё. Понял, не дурак. Все, короче. Прикольно. Шикарная игрушка. Так. Где там наш грустный товарищ сидел? Да, вот где-то там, кажется. Да, точно. Ух ты, сейчас. Радость это будет. Все. Ой. Ух ты. Ой. Вот. Это мое. Да. А это чье? Тоже твое. А, смотри-ка. Я даже знаю, куда его применить. Я тоже знаю. Надо этому отдать, поменяться. Да-да-да. Прикольно. Веселенько так сразу стало. Да хорошо. А отсюда мы еще куда-то... Вот сюда вот, не пойму, это куда? Вот сюда, вот сюда. Понятно. Ой, вот сюда надо посмотреть. И наверх, вот сюда еще. Ага, это вот куда. Я же говорю, видел это солнце. Угу. Сюда нам. Оп. Ага, все понятно. Мы, в общем-то, почти уже прошли по кругу везде. Так. Сколько у тебя сейчас? Три штуки. И один остался. А. Давай, скормим. Раз, два, три, четыре. Пять штук. Две штуки еще надо сделать. Найти, получается. Ну, оно, в принципе, понятно где. Интересно, много я пропустила? Ну, из таких вот кликательных моментов. Просто. Не обязательные, которые. Ну, это да. Два. Угу. Ну, у нас получается, вот один это шарик. Видимо, отдать, заменить и отдать глаз. Хочешь? Ну вот, видишь, как прикольно. А то фигню какую-то там взял. Да. А теперь все в тему. А вот тебе еще ничего вот не... Вот ему, да, непонятно. Нашли. Так, извини, дорогой. Вернемся позже. А, вот сюда еще не ходили. Не ходили, да? Нет, не ходили. А, где этот был? Влево, кажется. А, нет, слушай. Где-то. Что-то путаю. Где-то тут. Давай карту просто посмотрим. А, слушай, точно, я забываю про нее. Вот он, получается, вправо, вправо, вниз. Вот это? Вправо, вправо, вниз, слева. Нет, вот так. Вот это? Да, кажется, нет? По-моему, да. Давай посмотрим. Любопытное. А как-то мы странно ходим. Так? Да, вот оно, точно. Держи. Ура! Ну и что-нибудь. И все. Ой. Оп. Я поторопилась, наверное, я же там ничего не сделала. Ну, я думаю, ты никуда дальше не уйдешь, пока ты там все не сделаешь. Как она тут что-нибудь кликается? А, я могу вернуться. Он тебе, видимо, проход просто дал еще куда-то. Ну, в общем, это здесь
не кликается, нужно именно вниз идти. Я пока не пойду туда. Боюсь, ну, пока. Хорошо. Запустить дальше. Хотя. Так а ты не запустишь дальше, пока ты не сделаешь там, ну. Мне так кажется. Давай сходим вот в то место, которое я тебе говорила, мы не посмотрели еще. Только бы вспомнить. Черт, я уже забыла опять. Да. По карте можно сориентироваться. Сейчас сориентируемся, Саша. Вот. Угу. Вот этот товарищ. Ох, ты их тут сколько много. А мы тут не были. Ну да, не были. Так. И что кликается? Вот эти вот за мышкой бегают, без кликов, без всяких. Угу. Не то, что бегают, толкаются. Как-то вот немножко цепляются и... Притягиваются, скажем так. Немножко вроде... движение задается им. Угу. Так, вот смотри, может сюда перейти? Я думала, их покликать надо. Может быть, по росту они как-то расположены? Да вроде нет. А что за стрелочка загорается? Ты можешь туда спуститься? Я могу, но я думала, надо покликать, ну, чтобы карту за них дали. А. Так, могу теперь сюда перепрыгнуть. Дальше куда? А вот сейчас ты не можешь на верхнюю? Нет. Нет? Я просто думал сначала, что он тебя загораживает как-то. Не пойму. А у тебя стрелочка вправо горит, смотри же. Ну что горит, я нажимала ее на нее. А-а-а. Так, отсюда она столько сюда горит. Так. Отсюда у нас назад и вперед. Странно, по идее. Как-то. Ну, не знаю. Она не желает никуда. Может быть, я что-то не вижу просто. Давай обратно попробуем опять от начала пройти. А ты могу. Теперь не можешь. А эти твои, которые рядом с тобой стоят, никак не ходят. А если ты отойдешь оттуда? А-а. Все, их заклинь. А, смотри, пошел. Как. А вот вопрос, ты на него можешь спрыгнуть? Да. Тяу. Ну, на этих-то... Большого туда, может быть, сдвинуть? Да, я тоже сейчас думаю. Вариантов нет, потому что на этих никого не ползает. Угу, да-да-да. А я думал, они наоборот тебе не дают туда прыгнуть. Вот так, да? Ну, видимо. Ой, иди обратно. Во. Молодец. А его, наверное, нужно было поставить или? Да, надо было, наверное. Хотя нет, смотри-ка, вот справа.
То есть ты можешь переместиться. И я там на спину прыгнуть. Ага, наоборот, то есть понятно. А я не могу так. А, на эту надо сначала, потом сюда. А ты не можешь вправо, да? Почему? Да, не могу. Мне сюда, наверное, надо запрыгнуть как-то. Угу. То есть мне нужно вот с этого запрыгнуть. А! Да-да-да. Что? Да. Теперь обратно вернись, а того подставь обратно. Тебя откинет. И на этого ты, я прыгну. Да-да-да. Черт. Музычка прикольная. Ой, извини, я случайно. Вернись обратно. А мне за них не дали карту. Я что-то не сделала, видимо. А что ты не сделала? По идее, по всем покликала. По всем попрыгала. Даже. Ну, может, там же дальше что-нибудь будет, не знаю. Да, посмотрим. Ого. О. Смотри, какая штука. Штука, вот. Да. Она той звезда была? Да-да-да. Ух ты, продолжаем прыгать. Возможно, я рано прыгнул, да. Пняу. Пняу. А, то есть я так не могу, мне надо только прыжками. Сейчас покликаю на них. Так, дайте мне карту за них. Не хотят. Да, не хотят. Видимо, надо пройти прыгательный квест этот. Так, ну ладно. Как нам сюда? Так. Бим-бим-бим. А если сразу сюда? Понятно. А зачем-то? Что? Я думал, наоборот, подставить его в левую, под левую сторону и прыгнуть на нее. Просто ты сейчас то же самое повторяешь. Нет, я думала, этого можно повертеть еще, он только на два места ходит. А-а-а. Я вот хочу проверить. А он же не ходит, когда я тут стою. А что ты, что попало сделал? О, пяу. Пяу. Опс. Пяу. Пяу. Пяу-пяу. А, зачем? Я случайно. Пяу. Опа. Пяу. Пяу. Не получилось, смотри. Не получилось. Это вообще никак не ходит. Он не ходит, потому что стоишь на его месте. Если ты отойдешь назад, то он отойдет, по идее. Может быть, действительно сдвинуть их просто... Что получается? Я что-то пока не совсем улавливаю. Тебе надо прямо цепочку выстроить, по которой будешь? Да, я думаю, цепочку надо. Mm.
А эти вообще не двигаются? Угу. Есть идея? Ну, двигать. Кого куда? Подбирать. Дело в том, что я сейчас сдвинуть-то не могу нормально, потому что я что-то стою, а он это вот он сам пропрыгивает. Я понимаю, я так понимаю, что тебе надо сейчас обратно как-то вот будет сделать. Вот этих переставлять. Ну да. Странно. Что? А, нет, вот так, если... А, попробуй сейчас на большого прыгнуть. А, вот так он делает, да. Ты можешь как-нибудь обратно вернуться, интересно? Ну, я не знаю, как теперь вернуться. Я имею в виду, может, там где-нибудь мышка загорится. О, как интересно. А-а-а. Во. Нет него. А, подожди, все. Я понял, ага. А как я теперь выберусь отсюда? Мелкого надо сгонять. Я понял твою мысль, да. Точно. Хорошо, и что это? Короче, нам все четыре штуки эти собрать надо. И отнести этому, которому, который нам сказал это принести. Только вы как теперь обратно вернулся? Здесь никак нельзя пройти. Ого. Круто. Ага, только теперь еще обратно надо вернуться как-то. О, дали мне их. И карту дали. Ну, вообще замечательно. Что-то у меня даже идей нет, как туда вернуться-то. Это сюда закинет. Ну да, это вроде туда закинет. А нет, ладно. Во, смотри, как раз то, что нужно. То, что доктор прописал. И что теперь у нас? Не знаю, хочу посмотреть. А, это нам дадут только после глаза. Так у нас одна, да? Штука. Получается, мы не нашли только как этому помочь в пушку улететь. Mm-hmm. Ну, видимо, вниз придется плыть. Я не знаю. Тут везде вроде были уже. Да. Ну, получается, что да, смотри, я не вижу нигде проходов никаких других. И, по-моему, всем помогли уже, кому только можно. По-моему, да. Здесь были, здесь. Да, я думаю, поплыли вниз. Это самое единственное, по-моему, что осталось. Бедняги. Ой, извините. Почему ты туда пришла точно, же? Точно, точно. Он на меня так посмотрел просто. Ой, главное, извините. Ой, а я вот так могу смотреть направление менять? Да.
Ух ты. Ух ты. Какие штучки? Какие штучки? Мяу. А у этих не тянутся. О. И что теперь? Тянуть? Ты ее, ну, попробуй. Какая гадость. А дальше что? Так, а наверх я не могу. Вверх нельзя, ага. Я могу вниз. Какие-то... Нельзя. Так, хорошо, вниз. Ой. О. Это ты, видимо, закупорилась для глубоководного погружения. Сколько всяких штук тут. Прикольно. Да-да-да. Ой, я обратно случайно кликнула. Так, а я сейчас вернусь же обратно. Ну, видимо. Может, где-то за ветку зацепить или что такое? Видимо, что-то сделать надо. Я пока не поняла, что. А вон тот маленькая штучка не кликается случайно? Ниже, которая. Ага. А всплыть? Что-то не дает. Что-то в прошлый раз не светилось. Ну да, не дает. Туда не дает. Угу. А сейчас ты за этот глазик маленький, который сверху, ты не можешь схватиться? Что-то я даже прям не знаю. Да, прицепилась. Отцепляться не хочет. Угу. А здесь ты можешь вниз, а влево? Ты не ходила здесь? Ходила. Нет, влево. А, именно на этой высоте? Да. Тут, по-моему, же разницы особо нет. Вот на это место. Я здесь поднималась. Ага. Ай. Черт, 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 я не хотела, да? Стрелка-то везде появляется, хоть только не нужно. Что же сделать-то? Ну вот и вправо только. У нас вроде ничего такого нет. На следующем экране уже не дадут, все. А вот здесь ты вниз можешь. Где я могу? Вниз? Вот здесь, да, вниз. Правее чуть-чуть. Вот, вот. Точно. О. А я не заметила стрелку эту. Но она там еще как-то не везде появлялась. Отдай. До свидания.
Ха-ха-ха. Ну, уже хорошо. Ха-ха-ха. О, карту дали. Да. Можно возвращаться, так понимаю, да? Возможно, должна была сначала ее найти, потом искать способ ее отлепить, а я сразу к этой штуке прицепилась. Ну да, и все. И у меня паника какая-то. Так, у нас уже три... Вот, а, три это если ту звезду считать, которой у нас еще нет. Да, у нас ее еще нет. Но тут, получается, еще правая часть водоема есть. Угу. Там что-то. Нам как-то с бомбой вот решить вопрос надо. Ой, а что дали? Тоже, слушай, вниз можно... А, медуза. А-а-а. Это а. Туда же интересно, или... Нет? О. Вот так вот все просто. Не понял. А бомбочка? Я не знаю. Хм. Ну ладно. Я пока не отдавать... Ну, в смысле, последний не буду отдавать. Ой, еще кого-то дали. С чего же делается эта штука-то, интересно? О, тут выход какой-то. Угу. Где ты всплывешь? Сейчас посмотрю еще тут, что есть. Ух ты. Вы кто? Еще что-то дали. Прикольно. Так, вот я на начало прилетела, по-моему. Приплыла, в смысле. Давай посмотрим, куда я там сплыву. Ух ты, вот она. Вот она, да-да-да. Эй, ты... давай каску. Нет, твой размерчик. Абсолютно. Не-а. Как это не-то? Как это не а? Ой, какой-то мини-город. Ого. А что мне делать-то надо? А колесо нельзя крутить? О! Вверх. Круг поменьше бери. Давай! Я верю в тебя. Ах ты, зараза. Честно, подрезает. А он задевает и сразу это... Угу. На её вертит. Ты чё, а? Ты бы хоть сначала правила объяснил, гад. Мяу. А почему они меня на дальний угол, на дальний круг ставят? А ты его и так обойдешь, даже по дальнему кругу, так что обходи. Вот я вот думаю... можешь вот здесь срезать, но он тебя опять сожмет. Он же, видишь, гад какой. Слушай, он все время тебя пытается срезать, да, смотри. Да. Давай, 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 давай. Есть! Обошла его на повороте. Че плакать будет? Нет, не будет. Снимай шапку. Так, я не понял. Ты че? Как нечестно? Пяу. О, сколько раз его надо обыграть или... Ну, замену у нас ему предложить нечего, так что, похоже, видимо, обыгрывать надо. Вот гата. По-другому уже. Давай. Говорит нечестно. Шапку, говорит, не отдам. Ты чё, а? Чё, три раза, наверное, выиграть надо. Лучше медленно, но верно. Отстань! Он меня толкаться едет.
такое сказал, интересно? У меня толкаться едет. Это больное воображение. Опять нечестно. А ты шапку? Три раза подряд надо? Я прям даже не знаю. Смотри, как он быстро уже. А, нет. Давай, чуть-чуть. Есть. Может, у него шапка, пока он прыгает, надо как-то спрыгнуть? Что-то здесь нечисто. А на своих ты не можешь покликать? Не можешь, да? Возможно, три раза подряд надо выиграть, я не знаю. Чуть-чуть, миллиметр. Шапку нам отдашь? Вот глота. Что такое наглое? А, у него под вопросик, смотри, под попой какой-то. А, нет. Под вопросик. Под вопросик. Под попой, под вопросик. Чё ты не зажимаешь то края сразу? Смотри, что делает, а? При этом я его толкать не могу, зато он меня может толкать. Что-то не очень понятно правила, конечно, какие. Юху! О, какой-то звук был странный. Смотри, что. Подрезать пошло меня. Да, сразу да. Же. Сначала в ту сторону, потом в эту. Там такие звуки на фоне. Болеют, видимо. Я его три раза уже подряд победила. Да. Вот теперь поснимает. Он не хочет снимать ее, понимаешь? Ну что, я не знаю, нужно его это как-то... Как его? Уговаривать. Ау. Ах ты гад такой. Не успеваю, он там... Да. Да. Ну что, теперь ты отдашь шапку? Четыре раза уже. Четыре. По шапке ему. Ты чего? Отдай шапку. Я не понимаю, что нужно с ним сделать. Я тоже не понимаю. Надо кого-то привести, с кем он будет постоянно играть? Ну, видимо. А как? Я даже не помню, где там куда-нибудь можно срулить. А карту, если глянуть? Короче, ладно, давай закончим эту серию. Давай. Сейчас пока подумаем. И потом, может, это... продолжим. А можешь вот сюда кликнуть слева? Кликается? Нет? Ну все, тогда давай, еще раз. А, не хочу с тобой больше. Ладно, всем спасибо за просмотр. Мы сейчас буквально вот сейчас сядем и попробуем покликать, еще подумать, что можно сделать. И будем следующую серию записывать. Ну все, увидимся в следующей серии. Всем пока. Всем пока.